Комплексу ГТО в этом году исполняется 85 лет. И хотя его начали возрождать всего 2 года назад, готовность к труду и обороне у многих молодых людей достойна золотых и серебряных значков. Чтобы еще раз доказать это, в Орехово-Зуеве собрались студенты и школьники со всего Подмосковья. Во дворце спорта «Восток» прошел фестиваль, посвященный 80-летию комплекса ГТО. Каждый старался побить собственный рекорд. Для большинства участников, а их было не менее 500 человек, сдавать нормы ГТО не в новинку. Кто-то побивал собственный рекорд, а для кого-то получить значок ГТО значит получить дополнительные баллы при поступлении. Поэтому участники перед фестивалем много тренировались. Тренируемся, отжимания, прыжки, чтобы попробовать свои силы, узнать, как мои товарищи справиться с этими заданиями. Результат на какой рассчитываешь? Ну, конечно, на золото. На золотой результат рассчитывают многие участники. По мнению Татьяны Думновой, так и должно быть. Девушка занимается дзюдо и самбо. Она не привыкла делать себе поблажки, поэтому на каждом упражнении старалась выдать свой максимум. Я считаю, что это очень даже нужно каждому человеку пройти через это. По здоровью свое показать, на что способен. Но я рассчитываю на золото. И каждый человек, мне кажется, рассчитывает на золото, должен идти к этой цели. Комплекс ГТО сдают не только студенты и школьники. Так нормативы сдавали депутаты Московской областной и Государственной думы. Московская областная дума не осталась в стороне. В прошлом году мы все в полном составе сдавали нормы ГТО и тоже все сдали очень хорошо. Комплекс ГТО – это наша национальная история. На базе ГТО вырастило у нас не одно активное и здоровое поколение. И я считаю, что сегодня молодежь показывает тоже очень хорошие результаты. И в студенческие годы, в школе нормы ГТО были. И нас вернули сегодня в молодость. Это раз. Во-вторых, показывайте пример, что красивым, молодым и спортивным надо быть в любом возрасте. Это два. Ну а в-третьих, это здорово, что у нас такая молодежь. Всего юношам нужно было показать результат в 6 упражнениях, девушкам в 4. В норматив уложились все. По окончанию каждый получил сертификат участника со своими результатами.